Здрасте, товарищи! Очень рад вам представить Ник Бора или ти Николая Борисовича, великог знатока кухни Российской Федерации и не только. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить пельмени. Пельмени бывают очень разные, и сегодня они будут с национальными русскими белыми грибами, названными так в честь Белой гвардии, и национальными русскими кальмарами. С меня тесто, правильно? Да. Я пока начну резать белые грибы, и мы их слегка обжарим, для того, чтобы их легче было укладывать внутрь пельменей. Мы добавим 2 яйца, обязательно это посолим и добавим муку. Нам много не надо. Сейчас это все смутим и сделаем такое тверденькое тесто. Тесто должно быть нежным. Нежным? Ну, как поцелуй там кальмара. Кальмары меня не целовался, извиняюсь. Попроще можно? Как поцелуй пельменя. С пельменом я не целовался. Попроще можно? Оно должно быть средним, упругим, мягким, хорошо слипающимся. Окей, я тесто сделаю, я сейчас его оставим немножко, да оно отдохнет и придохнет. Кальмаров режем для того, чтобы их было легче потом укладывать как начинку. Вбрасываем кальмаров в грибы. И перемешиваем. Режем тесто на полосочки. Лучше нарезать не все, а по чуть-чуть, чтобы не подсыхало. Из полосок делаем вот такие вот колбасочки. А колбасочки режем поперек. Из этих кусочков мы делаем то, что на Урале называют сочни. Вот такие вот лепешечки, которые потом будут раскатаны в тонкие блинчики, которые послужат, собственно, основой для начинки. Просеиваем муку, чтобы все эти блинчики наши потом не прилипли к доске. Подхватываем нашу начинку. Ничего страшного, что она немножко горячая. Практически не страшно. Кладем ее в наш перемешек и, не давая остыть, защипляем. Если я правильно понял, нам это надо все раскатывать. Я как все сложно. Нормальный? Ну, не идеальный, но близко к совершенству. Вы русские не могли придумать чего-то проще? Я подозреваю, что мы это переняли у китайцев. А у китайцев как-то, знаешь, многое сложно. Есть традиция делать один пельмень счастливым. Туда кладут, например, чеснок, и кому достанется, тот будет счастлив. В плохие годы, когда еды было мало, туда клали пуговицы, а так могут положить просто тесто, чеснок, там, перцы чили. А сушить чуть-чуть морковки? Она плохо варится, она будет твердая. Ну, какая разница, это дало счастье. А, для счастья, конечно, чего не пожалеешь. Тот, кто находит такой пельмень, кому он попадается, должен быстро, пока его разжевывает, загадывать желание, и оно сбывается. Некоторые простофили загадывают желание, чтобы следующий пельмень попался обычный с фаршем, и оно сбывается. Пока мы поставили воду кипеть. Вода уже закипела, мы ее подсаливаем и окунем туда наш пельмень. Немножко воды маловато, но ничего, сейчас она поднимется из-за того, что мы кладем туда пельмени. Вот так же примерно начинался всемирный потоп, когда уровень повышался, и тогда пельмени скрылись под воды. Мы варим пока не в салаутке вверху брюхом, но не потому, что они погибнут, а потому, что будут готовы. А если мы сейчас так накрутим перчик? Отлично. Я бы вообще, может быть, туда бы и кальмаров добросил. Добрось. Не пропадать же добру. Ну, как скажешь. А если я сделаю это так? Конечно. Добавим зеленую и чеснок. Бульончик? Да. Добавим. Тут надо сказать, что рецепт, как мы это понимаем, вообще не является догмой. Рецепт – это вектор для того, чтобы задать мысли направления. А дальше каждый делает уже так, как думает сам. Они немножко разделились и рассыпались на составные элементы. В традициях этот бульон используется для второй, третьей, четвертой порции пельменей, поэтому его не сливают, а ловят на плите прямо. Накрутим немножко свежий молотый перчик траве. Спасибо, Николай Борисович. Спасибо вам, что нас смотрели. Серж Николай Борисович, ТВ Джен. До свидания.